Привет, друзья! Сегодня я предлагаю рецепт салата с крабовыми палочками, в котором идеально сочетаются свежесть огурцов, сладость кукурузы и нежность яиц. Крабовые палочки нарезаю небольшими кубиками. Салат будет красиво и аккуратно смотреться, если нарезать все ингредиенты одинаково. К отварному рису добавляю крабовые палочки. Рис должен быть мягким и рассыпчатым. Важно не переварить его. В салатник добавляю консервированную кукурузу. Яйца нарезаю небольшими кубиками. Нарезанные яйца добавляю в салатник. Для салата мне еще потребуются свежие и соленые огурцы, нарезанные небольшими кубиками. Добавляю соленые огурцы. Добавляю нарезанный свежий огурец. Хорошо перемешиваю все ингредиенты. Теперь в салат нужно добавить майонез. Такой салат – идеальный выбор для тех, кто ценит простоту и вкус при готовлении блюд в домашних условиях. Друзья, ставьте лайк, если вам понравился рецепт. Подписывайтесь на канал. Всем пока!